Всем привет! У нас сегодня ночью прошел дождь, ветреная погода, тучи. Самое время пойти проверить, может, есть грибы. Я далеко идти не буду. Хочу посмотреть тут вдоль дороги. Может, повезет найти грибы. Ага. Есть. Подвешенник. Есть немного грибов. Сейчас я их уберу и включусь. Вот такие хорошие грибочки. Не сильно их тут много, но есть. В одном месте. Ну вот, пол ведра нашел я. Все подвешенники. Есть там старые такие уже, их уже брать не стоит. Чуть-чуть старые уже. Несъедобные грибы есть такие. Ну все, в этом месте больше грибов нет. Тут уже трава. Обычно в таких местах не растут грибы. Травы много. Может, тут thank you.
крайний дом. Заканчивается провода. Тут крайний дом на нашем селе. Что-то есть. Не, тут нету. Тоже нету. Ну, эти грибы, я так понял, не сильно часто можно встретить. Ну, тут такие заросли, что тут капец, короче. Тут когда-то раньше жили в детстве наши друзья. Вот видите, что это? Из Армении они были. Приехали после землетрясения. А тут был дом. Сейчас уже тут ничего нет. Капец. Только трава. Не, что-то там есть. Вот. Следы какие-то дома есть там. Вон там. Вдали. Но грибов тут нету. Не близко. Орех был. Еще растет. Вообще. Какие дела. Травы много, можно сено косить тут, хозяйство держать, кто хочет. Тут в этих хуторах, если работать, то можно хорошо жить. Работать мало кто хочет. Все хотят сразу стать миллионерами. Ну все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, ставьте лайки. И до новых встреч, до нового видео.